Помните, я вам говорила, рассказывала про вот эти шкафы благотворительности. Вот у нас еще один в районе стоит. А тоже бездомным, престарелым гражданам, многодетным, малообеспеченным семьям, детям из детских домов все это. Вот. Так что ищите, таких шкафов много. А я иду в этот Сбер. Наконец-то Катьке посылку отправлять. Растения из Подмосковья поедут, а мы сюда, в Уфу. Ой, надеюсь, приживутся. Всем все фоткала, все упаковала, уже оплатила даже. Сейчас должны принять просто. Модный пакетик от тебя отправлю. Ну, что могу позволить? Сейчас иду с такой надеждой, что я могу посидеть на тех качельках с вами поболтать. Блин, там кто-то сидит. Вот надо было им сейчас усесться там. У нас еще так жарко. Я думала, посижу чуть-чуть. С вами поболтаю. Фиг вам. Ладно, тогда пойду прямиком в Валберес. Что делать? Я стою, сейчас наблюдаю. У нас тут два бельчонка бегают по дереву. Вон они там. Ну, вам не видно? Я сейчас одной рукой. Вон она. Сейчас попробую. Где-то. Сейчас. В общем, два бельчонка такие милые бегают. Тут была белка? Сейчас прям они такие резвятся. Одна прыгнула, чуть не упала, Свет. Я шла с сумками, руки заняты. Ну, видите, остановилась сейчас. Все, убежали, Энеры. Все. Вот так, не показала. 1 сентября тебе, дочь. Спасибо. Это странное чувство, когда не ты в школу идешь с цветами, а приходишь из школы с цветами 1 сентября. Ну, так бывает. Покажи цветочки. Покажи цветочки. Ну, дай пенсию. Это же два букета. Подожди, ай, сдай фотку сделаю. Я популярный Мам, учитель. Мам, руки убери. Да. Я популярный учитель. Все, работа пошла. Да. Правильно. Что, мама колледж не хочет оплачивать работу? Это так сложно. Я не умею тяжеловки заполнять, это все, это же целая история. А потом на бабушкину пенсию уже сложно жить. Ну да, я поэтому поняла, что надо помогать семье все-таки. Да. Пойду работать в школу. Все верно. Все правильно. Ладно, что ты хочешь сказать? С 1 сентября всех. Мы справимся со всем. У нас новенький лежит, распушается. Я в подарок сестре купила. Вот. Положила его сейчас. Мы что-то купили, забыли. Они же приходят очень скрученные. Вот, я забыла распушить. Сейчас вот положила. Вот, а еще смотрите. У меня распустились орхидеи. Вон две. Красота. Есота. Как-то так. Ну, праздник сегодня. На линейку меня не взяли, зато ко мне сеструха приехала. Мы отмечаем, гулять пошли. Слушай, такая вода зеленая в Москварике. Я вообще не помню, первый раз такой вижу воду в Москварике. Ну, это, наверное, зацвела имеется в виду, но я первый раз такое вижу. Всех с 1 сентября. У нас дети старшие. Ну, у меня-то один, а у Наськи старшие, взрослые. Нас с собой не взяли на тусовку. Свои учебные заведения. Нас, короче, мы мамы изгои, нас не позвали. Вот. Поэтому мы гуляем. Но вечером все ждем за общий стол. Бы еще я могла их привезти. Естественно. Опа! Вау! Класс! Смотрите, какая Волга на дачу едут. Боже, она прекрасна! Обалденно! Со шторками. Круто! Наконец-то дошла очередь до батутов этим летом. Хоть кому-то. И кошка наша. О, какой большой. Еще есть вот такой в шаре. Ну и рыбалка. Рыбалка стоит 150 рублей. Ну это вот когда в том году Вика здесь ловила у нас. А батут 350 рублей полчаса. Вот. Зорбин 5 минут 300 этот шар. А 15 минут что-то 300 рублей. Ну, типа, 15 минут надо 15 минут, мы не вытащим. Взяли. Все, взял. Аккуратненько. Давай, Гуля. Все, получилось.
как ты классно! Отходи, вот еще я. Саша. Опять. А, они уже там какая-то своя это. Приехала, красотка. Мне даже доверили рюкзак нести. Видали? А Вика расстроилась, что ее с батутов забрали. А папа у нас пошел делать 8 шаур. Представляете, как мы? Сколько там ждать? Торик, малыш! Малыш! А где малыш? Счастье, ты где? Счастье мое! Пофигу вообще, папа. Там бутылка у папы. Счастье, ты где? Ай, привет! Ай, мальчик мой! О, ведет к калитке. Ты стрим. Ой! А, счастье мое! Ой, да, 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 да. Вот сюда входить, да, Тор? Сюда? Сюда? Сюда нам? Хорошо. Да, да, да. Мое счастье. Да, видел, какой я купила? Ты вчера меня поругал, что я сумку себе купила? Я себе рюкзак взяла. Да, малыш. Малыш, мы пришли. Пикник. Одна баночка, главное. Ну что, раз пошла такая тусовка у нас. Не. А, развяжите кто-нибудь. Привет, знания. Поздравляем наших сегодня всех. Серега здесь, Ликундрик. Викусик. Тебе еще предстоит. Вот. Кекс. А где коробка конфет, Денис? Зачем ты ее убрал? Как говорится, раз пошла такая пьянка, я ж последний огурец. Из Беларуси конфеты будем пробовать. Слышь, Настя? Будем пробовать. Из Беларуси привезли. Ну, мы, короче, вообще из-за границы, да. Заграничные конфеты едим. Раз уж так. Вкусный арбуз? Арбуз вкусный? Чумазик? Почему вот так вот? Так, от Палыча у нас есть Наполеон. Кстати, мы никогда не брали от Палыча Наполеон. Попробуем. Видите, очень удобно, порезано 18 частей. А вот эти, либо попробуем внутри, что там? А, у меня сел телефон.